Дефицит угля ощутили потребители Алма-Атинской области. Если Раимбекский, Кигенский и Уйгурский районы обеспечивают твердым топливом угольный разрез Ой-Карагай, то остальные ждут доставки с других регионов страны. Сейчас цена за тонну угля в некоторых районах превышает 25 тысяч тенге, в Талдыкургане 15 тысяч. На девяти угольных тупиках выстроились очереди. Из больших грузов люди вынуждены ждать погрузку по 3 дня, а ситуация никак не стабилизируется. По словам местных властей, потребность угля в областном центре больше 100 тысяч тонн в год. С июня этого года горожанам уже реализовали больше 78 тысяч. В октябре ожидалась остальная партия в 43 тысячи тонн, но доставили только половину. Я живу в микрорайоне Интымак и больше месяца дежурю возле этого тупика. У кого есть грузовая машина, тем легче. А нам нужно, кроме того, чтобы рассчитаться за каждую тонну по 15 тысяч тенге, еще оплатить 35-40 тысяч за доставку. Чтобы увеличить поставки для города, для области, акиматом города направлено письмо в областной ЖКХ. Представители областного ЖКХ на той неделе съездили в Нур-Султан. По вопросу увеличения поставки именно в наш регион, город Талдыкурган, на сегодняшний день в среднем 10-11 вагонов в день поступает. До этого момента было 7-6 вагонов. А вот таким Алматинской области Амандык Баталов сегодня заявил журналистам, дефицита угля в регионе нет. Твердое топливо, по его информации, можно приобрести на любом из 77 имеющихся тупиков. Специалисты подсчитали, на текущий отопительный сезон требуется 1 300 000 тонн угля для населения. 70% от необходимого объема, по словам акима области, уже заготовлено. А с трейдерными компаниями заключены договоры на своевременные поставки. Впрочем, Баталов отметил, региону с каждым годом угля необходимо. Необходимо все меньше за счет газификации населенных пунктов. Я сразу хочу обозначить, что дефицита угля в Алматинской области нет. Почему? Потому что этот вопрос я держу на личном контроле. И им начал заниматься. Я всегда говорю, как только в апреле заканчивается отопительный сезон этого года, я говорю, на другой день мы должны заниматься подготовкой к отопительному сезону следующего года. Где-то твердое топливо нужно, где-то жидкое нужно, вот, где-то переведенный на газ.